Привет, мои утята, с вами я, утка Толка, и сегодня я снимаю для вас очередной хаус-тур. И да, я опять переехала, у меня уже такая зависимость, я не знаю, мне просто нравится перестраивать дома. Мне нравится и не нравится, показываю вам свой новый домик. Переехала я в домик бонсай, потому что он маленький, компактненький, и я живу одна, правда, саровы питомцев, но мне в нем комфортно, поэтому... Что ж, давайте я желаю вам приятного просмотра, приятного аппетита, кто кушает. Давайте сразу идем внутрь, потому что на террасе ничего интересного нет. Что ж, добро пожаловать в мой зверинник, ко мне домой точнее. Здесь у меня прачечная и прихожая. Два в одном, так сказать, потому что домик небольшой и все надо разместить. Здесь у меня стоит вот такой вот почтовый ящик, сюда я складываю какие-то письма от прокуратуры, за какие-то коммунальные услуги. В общем, я не знаю, мне это не надо. А также у меня тут есть антисептик, зонтики и вот такое классное кресло, пуфик, я на нем обычно бываюсь. Тут у меня шкаф с кучей нужных вещей. Тут у меня сумки, рюкзаки, нужное тоже. А здесь у меня прачечная. Тут у меня стоит стиралка и сушка. Также тут у меня есть зеркало, корзина, тут вот время показано. И вот такая еще полочка тоже с нужными вещами. Что ж, пойдемте в следующую комнату. Следующая комната — это ванная. Давайте я вам ее покажу. Она у меня самая красивая, которая в принципе есть в этом доме. Мне она больше всех нравится. А тут у меня стоит вот такой деревянный столик, на котором у меня обычно лежит то, что мне нужно в ванне. Понадобится, я туда кладу и достаю. Также у меня есть душ, зеркало, полочки с различными шампунями, гелями, скрабами, масками для волос и так далее. Тут у меня туалет, унитаз, лоток, туалетная бумага, что еще надо? Влажные салфетки. А тут мой любимый уголок ванной, так как тут есть раковина и зеркало. Здесь у меня стоит умывашки, пенки, мицеллярная вода. И все это такое эстетичное. Я утром и вечером делаю все эти процедурки. И это просто так эстетично, чувствую себя aesthetic girl. А здесь у меня холодильник с косметикой и не только. Тут у меня лежат массажеры и таблетки. Да, так как женщина, я уже не молодая, приходится покупать таблетки. Девочки и мальчики, простите меня, пожалуйста, за мои слова-паразиты. Я сама их ненавижу, Ладно, пойдемте в следующую комнату. Следующая комната — это гостиная. А здесь сидит Юни, смотрит телек, но он что-то завис, бывает. Куча игрушек у нее, с ней сидят, смотрят, мне их убирать. Место для Габи, правда тут какой-то камень сидит, Мой планшет что-то лежит, сейчас его кто-нибудь сядет на него, Давай, Юни, я с тобой посижу, посмотрю, позалипаю. А, ты сама? Так, а тут у меня улица, Эвил, ты чё тут сидишь? Тут вообще-то брызгалка работает, поливалка, зачем ты тут сидишь? Мокро же. А зачем брызгалка вообще работает? Я ее вроде не включала, ты поливать особо нечего, зачем, кто ее включил вообще? Бедненький, промок весь, давай, пойдем тебя высушим. Чё ты там пищишь, чё тебе все не нравится? Спи дальше, не буду больше тебе мешать. Ладно, пойдемте дальше, вам покажу. А тут лоток, тут все эти животные делают свои дела. Ой-ой-ой, тут что-то как воняет, так, надо убрать. Так, вот тут на дереве лежат нужные вещи, хотя нет, скорее не нужные. Пойдемте дальше. Тут спит Вафелька, давайте не будем ей мешать. Мы тут орем на весь дом, А здесь... Обычно тусят утята, но почему-то их сегодня тут нет, вот игрушки лежат, а их нет. А здесь находится логово самого страшного существа на этой планете, которому лучше не подходить, но мы подойдем и спросим пару слов. Отстань от меня, тупая! Понятно, она не в настроении. Потому что я хотела на завтрак бекон, а ты не приготовила мне его. Ну что ж, давайте продолжим хаус-тур и отправимся в следующую комнату. Следующая комната — это кухня. И давайте начнем с холодильника. Обзор на холодильник, чек. Все, обзор окончен. Тут у меня раковина, плита, духовка и вот такие вот ящички с различными кухонными принадлежностями, посудой и так далее. Давайте посмотрим чуть-чуть повыше. Тут на холодильнике у меня лежат вкусняшки, я их, между прочим, прячу от моих питомцев, а также специи и различные соусы. О, моя еда, что-то я так и не пообедала.
Вы же не против, если я тут покушаю, да? А, ой, совсем забыла, я же видео снимаю. Так, кину пока посуду в раковину, и давайте я вам покажу. Это, короче, стол, барная стойка, называйте как хотите. Тут у меня лежат продукты, вещи, которые не поместились в шкафчики. Ну и, в общем, всякая билиберда. Давайте дальше. У меня что-то голос пропадает, ну ладно. Тут у меня такой вот шкаф, тут у меня лежат хлеб, макароны, кофе, машина стоит, ну и так далее. Какой-то корм Габи, не буду его трогать, мало ли, может, это отрава. А это последняя комната, моя комната. А это, наверное, все-таки моя самая любимая комната, потому что в ванне спать нельзя, хотя, в принципе, можно. Но в кровати мне нравится спать больше. Итак, давайте я вам ее покажу. Здесь у меня гардероб, тут немного не убрано. В общем, тут лежит моя одежда. Тут у меня кольцевая лампа, я на ней снимаю видосики иногда. А тут у меня чилл-зона, тут у меня вот такое кресло, столик, свечки ароматные. Тут еще один столик, правда он какой-то очень захламленный, надо будет его разобрать, ну да ладно, сначала полежу. А можно я типа мертвой притворюсь? Ну типа я померла, как бы лежу тут в кровати, да? Ладно, шучу. А сейчас я хочу вам показать дом целиком, но пожалуйста, если вы захотите взять какие-то идеи или дом полностью, отметьте меня, пожалуйста. Мне будет немного неприятно, если вы просто так возьмете идеи и не отметите. Поэтому, если берете идею, то, пожалуйста, отметьте идею утки-токи. Ну что ж, заранее спасибо. Что ж, утята, ну а на этом все. Напишите в комментариях слово кофе. Это слово предложила подписчица из телеграм-канала. Ну а вы тоже подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что, возможно, ваше слово попадет в следующее видео. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока-пока.